Господи Боже, Господи Боже, стою я пред Тобой, прошу меня хранить, щитом своим оборонить. Прошу святую жизнь от нечисти, Ивана многострадальца, Ивана богослова, Ивана постителя, Ивана крестила, Ивана безглавого, Михаила архангела, Николая чудотворца, архангела Гавриила, Прасковью Великолучную, веру, надежду, любовь и матушку Иисусу. Стою под вашей защитой, чтобы вы меня обороняли во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.